Уважаемый Юнусбек Мамадгареевич, уважаемые жители Ингушетии, дорогие соседи, от всех ставропольцев поздравляю вас с 25-летием республики. Эти годы стали для Ингушетии временем развития в социальной сфере, в экономике, в плане туристических возможностей. Весь этот рост создавали люди. Все, кто любит свою родину, посвящают ей свой труд и свои сердца. Это весь народ Ингушетии. Республику «Наш край» связывает давняя дружба. У нас много точек соприкосновения в экономике и культуре. И я уверен, что с годами их будет становиться только больше. А наше партнерство будет все прочнее. Мне очень нравится ингушская пословица: «Единство народа крепче камня». Я от всей души желаю единства и мира народу Ингушетии. Благополучия и счастья вам. Всего самого доброго. Много детей и много счастья. С праздником!